Вот буквально ни на чем забуксовали. Заехал квадрик на березу и не может съехать. Освободить. Там не получилось. Решили прямо около квадроцикла перерубить. Все это проще дело. Колеса отрубить. Станислав вот видел дятлов, которые долбят квадратные дупла. Причем квадратно-гнездовым методом. Дупла не круглые, а квадратики такие, сантиметров где-то по 8-10. На обратном пути будем ехать, но хотя они, наверное, вот уже... Вот там смотрят, гады катаются на квадроциклах. Богатые, богатенькие буратино набрали. Типа сколько он стоит, нифига себе. 300 тысяч, это же 400, 700. Ты как считаешь, дорого? Я считаю дорого, но дешевле-то нет. Не нравится дорого, купи себе ежа старого и катайся. Не. Это же как надо рассматривать. Ну, чтобы сделать джип такой проходимости, то сколько надо в него вложить? Это он будет стоить 1,2 миллиона. Чтобы он такой проходимости был, как этот квадроцикл, правильно? У него будет преимущество, что там можно спрятаться от дождика и ездить лютой зимой. Ну а это для отдыха зачем такой джип-то за 2 миллиона? Ну да. Он купил... Нет, смотря сколько у тебя миллионов за плечами, если у тебя их 300, ну, понимаешь, или 2 миллиарда. Ну, все это сравнение, просто взял, конечно. За 300 тысяч, которые везде проходят, это вообще недорого. Какая машина за 300 тысяч где пройдет? Самая ближайшая, вот мне предлагали там, Suzuki Jimny-то вот этот, переделанный. Но там все агрегаты не родные, все спаяно так, наспех. Будет он ехать, не будет ехать, неизвестно. И как долго? Будет ехать или не будет ехать. И как долго, если застрянет, попробуй его вытаскивать, хоть он и маленький. Этот же гораздо проще. Не, обновить? Не надо. Во-первых, вытащить можно даже одному. Ну, да.